Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Андрей, и добро пожаловать на прохождение игры «Обеденный переполох». Сегодня у нас уже полуфинал, и знаете, что я подумал? У меня осталось буквально 4 уровня, то есть вот этот, вот эти два и вот эти два. Я их разделю на 2 серии, то есть сегодня я пройду вот эти два, а на следующий вот эти два. Получается, сегодня у нас уже будет полуфинал. Ну и давайте начнем. Отлично, загрузился у нас уровень. Жаркий денек будет сегодня. Еще никогда в ресторане у Снежка не было так много посетителей. Нам очень пригодятся цветовые комбо. Короче, можно сказать, что начинается задница именно с этого уровня. Потому что уже видите, сколько здесь людей сейчас придет. Можно вот так посадить. Цветовые комбо. Так, понятно. Да, тут что-то как-то немножко все изменилось вроде бы. И этот кофеварка тоже изменилась немножко. Да, что-то как-то они прут и прут все. Нереально, что-то прям прут жестко. Сейчас хардкор уже реально начнется. Короче, я понял тактику, знаете, что сейчас делаем? Будем сейчас просто петь песенки. Все, поем песенки. Иначе мы не выживем. Если вы спросите вопросом, почему я прохожу эти два уровня, просто иначе они, наверное, затянутся реально надолго. То есть, если сегодня проходил 4 уровня, они затянулись, наверное, на минут 30. Целых. Ну или может 20, но я все равно как-то хочу это немножко все разделить. Так, хорошо. Здорово, братишки, здорово. Здорово. Все, снова песенки, потому что иначе сейчас попка-то начнется. Сажаем самых нетерпеливых, потому что иначе реально. Иначе мы просто не выживем. Ё-моё, я же нажал сюда. Так вот. Сажаем еще. Сажаем вот эту вот долбанутую школьницу. Давайте вас еще уберу. Всё, и сажаем. Всем преобладает, как я вижу, только один красный, зеленый, желтый цвет в основном. Ну да, я уже чувствую, там какая очередь там за рестораном. Не, ну так в принципе на изи идет. Поешь песенки, так расслабляешься, прям спокойно. Давай, сажай. Я не знаю, зачем я этих теток посадил. Мне нужно было посадить сюда самых нетерпеливых. Это вот этих вот засранцев. А, значит, вот этих сажаем. Ну, в принципе, я думаю, дойдем мы до... Хотел сказать, до эксперта. Дойдем мы до цели на изи. Сажаем, да, только школьниц, потому что иначе... По-другому никак вообще. Так вот. Опять пришли школьницы на изи. Я думаю, будет хардкор, это изи. У меня бывали уровни посложнее в прошлый раз, когда я все на эксперт прошел, вообще на изи. Вас посадим сюда, еще вас посадим, потому что вы здесь пришли. Так вот, опять они недовольны. Всем охренели. Так, все, изи. Вот и водилы подошли уже. Вот сюда садись, я сказал тебе. Опять я теток зачем-то посадил, непонятно. Сюда, сюда, сюда. И сюда тоже. Я, по-моему, в основном делаю только что и сажаю, потому что я не успеваю за всем следить. Только беру и сажаю. Сейчас отличное обслуживание было. Хорош! 20 тысяч долларов, нифига себе. Жесткий. Сюда, вот сюда. А потом вот сюда. Все, теперь песенки. Вас.
балабек. Забавно, не знаю, мне что-то смешно стало. Немножко смешно. Что-то очень быстро генится здесь стенка. Какая стенка? Стена. Тьфу ты. Сцена вот. Потому что уровень хардкорный. Хорошо, засранцы. Я понял вас. О, изи. Цель вообще просто. На изи. Нет, вас сажать. Хотя нет, тут хорошее прям место. Блин, я так хорошо сейчас сделал. Не, ну это вообще изи. Изи уровень. Кстати, следующий 58 уровень, тот самый, который мне просили пройти. Вот я сейчас до него дойду и посмотрю, как вообще. Сегодня уже предпоследняя серия, поэтому это уже конец этой игры. Так, у нас сейчас, походу, уже кто-то сольется. О, закрытие уже. О, все закрыто. Братишки. Братишка, спокуха. Ой-ой, песенки надо петь, песенки. Значит, мы сейчас сольемся. Что-то прям жестко очень сейчас вот. А, ну это все, ну вы чё, ну это вообще легко было. Это что-то прям слишком сегодня изичный уровень. Можно было что-нибудь типа хардкорнее мне подсунуть. Сказал Андрей, а на следующий уровень проиграл 5 раз и не мог пройти этот уровень. Не, надеюсь, такого не будет. Мне бы не хотелось с этим встретиться. Так, хавать. Вот. Ну, на эксперта, я думаю, не дойдем уже, поэтому смысла уже нету. Конечно, я зря немножко. Чисто все ждут своего заказа, почти кроме вот этой вот. Вот сюда можно посадить. Довольная рожа. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Все, изи, изи катка просто. Вот изи, изичный день. Нет, это я думаю, я будет прям жуткий хардкор. Наверное, он будет уже... В следующем видео он будет реальный прям. Давайте быстрее хавайте, плиз. Ну, тут 35 штук, ну нифига себе. Вот это реально просто, братаны, прям жгут. 35 тысяч в день на двоих, это же сколько? Это, ну, около 15 тысяч. Ну, это примерно, я так считаю. Там чуть, конечно, больше, 17 вроде бы. Ну, ладно. А, значит, у нас получилась такая вот сумма, хорошо. И что же у нас здесь? Осталось 2 дня до конкурса. Комбо, действие, ключ к победе. Без них мы проиграем. Кто это там? Там кто-то ходит, ладно. Только не говорите. О, ну это просто изи. Это просто изи, ребят. Это 58 уровень. Вы серьезно? И это не могли пройти? Это же изи просто. Что здесь может быть сложного? Я просто не понимаю. Это изи. Изи просто катка. Сейчас чисто вот... так. Сейчас чисто просто сидим. Вот, все уже, в принципе, можно. Поем песенки. Увеличиваем им настроение. И сажаем. Как-то они руки странно поднимают. Поем песенки, пока они это заказывают. Потому что все равно время идет. Не нужно тратить время попросту, поэтому берем, собираем заказы. А, не-не-не. Теперь собираем. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да ё-мо, не сюда нажимай, немножко неудобно сегодня. Все, теперь снова песенки. 58 уровень.
Я не знаю, что может быть легче. Это просто... Это самое легкое, что вы можете... На каком уровне вы можете поиграть. Я не знаю, как его пройти, невозможно. Это надо быть, ну, немножко... Не уметь играть, так мягко сказать. Так. Завидуйте мне. Заказы полетели. Давай быстрее, братишка, заказывай. Чисто все практически прохухыкали. Вот это Пока они хавают, поем песенки. Но они очень быстро едят. Они каждый раз заказывают одни и те же блюда. Какие-то странные люди. Собираем. Не, ну если сейчас соблюдать все правильно, по правилу. Слушайте, нет, смотрите. Походу я что-то немножко не докуриваю. Слушайте, что-то меня это напрягает немножко. Прям чуток напрягает так. Так, что-то меня это реально напрягает немножко. Пацаны, меня это напрягает. Я ж комбо действия соблюдал. Если я сейчас не пройду этот уровень, я не знаю, я себя сам убью, наверное. Ща, погоди секундочку. Так, хорошо. Хотя, я не знаю, может это какой-то вид хардкора, но, блин, что-то уже как-то слишком хардкорно. Я даже не знаю, как до эксперта здесь дойти. Отличный расчет. Вас засранцы. Заказывай. Все. Ты серьезно? Именно сейчас решил сделать заказ. Хотя вроде бы и нет. Хотя вроде бы норм как-то. Все, завидуйте мне. Ждем теперь этих засранцев, пока они похавают. Хотя нет, я все-таки ошибался. Может, не ошибался, блин. Ну, вроде бы я подхожу уже к цели. Не, ну это изи. Поем снова песенки, пока у нас есть время. Быстро здесь сцена регенится. Ха, лол, она вообще не исчезает. Забавно. Она не вообще не исчезает. Не, ребят, не, ну это изи, не. Я все-таки ошибался. С стороны смотрелось, то мы сейчас пройдем, то мы вообще не пройдем. Не, ну это изи, просто изи, изи, изичный уровень, я не понимаю, как его просто нельзя пройти, но это надо быть просто победителем. Не, ну реально, очень странно, если 58 не могли пройти, то жесть, конечно. Смотри, сколько народу еще, там еще прибывает. Я просто думал, что это конец очереди, просто так думаю. Просто серые человечки, просто делать одни и те же действия. Это не комбо-действия, это просто... нет, точнее, это комбо-действия, это не цветовые комбо. Тут все достаточно на изи. Все,
Все уже закрыто, теперь осталось только пройти. Ну тут даже ничего сложного-то и нету. Да, дамы, конечно, тут долго жрут. Да я понял. Видишь, тут у всех так уменьшается настроение. Точнее, терпимость. Да я сюда нажал. Вот вас посадим. А, ну все, это уже конец. На изи. Изи катка просто, изи. Я так и знал. Ну, если эксперта не дойдем, ничего страшного. Ну, блин, дойти цель тут просто реально. Тут реально. Зачем я? Песенки. Да ё-моё. Вот, они уже похавали. Я еще даже с песней не успел спеть, они уже похавали. Итак, накануне, сколько там, 130 баксов. 130 баксов, и я выигрываю. И это эксперт. Ребят, я не понимаю. Вот я не понимаю тех людей, кто мне писал, точнее, там был один человек, кто писал, типа, как пройти этот уровень. Ребят, вот, пример. Прошел на эксперта. Вообще, просто без... Без всего, конечно, думал, что я сейчас профукаю, но нет, я все-таки эксперта дошел. А, все, понятно, тут, все. Выходим, на этом я заканчиваю, 18 минут уже снимаю, всего 2 уровня. Вот такие получились достаточно легкие уровни. Один просто прошел, дошел до цели, а другой на эксперт. Если вам понравилось сегодняшнее прохождение, то обязательно ставьте лайк, потому что уже совсем скоро, примерно через недельку выйдет... Финальная серия этой игры, и мы ее закончим, и уже я возьму какую-то другую игру. С вами Андрюха, всем пока.